Друзья, всем привет! Опять я сегодня на рыбалке. Все козырные места заняты. Приходится мне опять плыть в коряжник. Но судя по эхолоту, здесь очень мало белой рыбы. Вся белая рыба стоит на русле. Но там очень много лодок, поэтому не хочется там сидеть. Попробуем в коряга покидать на судачка, потом попозже, может, лодки разъедутся, поедем на мелководье, ближе к руслу, и будем рыбачить там. А что с этого получится, вы увидите. Надеюсь, вы увидите. Вперед! Вот, друзья, вышел на берег посмотреть на дерево. Бобры его обработали. Со всех сторон. Красиво. Это просто какие зубы у них острые. Трудяги. Вот такой берег, завал, там камыши, как маленький остров. О, и здесь давно грызли. Наверное, хатки себе строят или что-нибудь делают. Да, на такой остров можно с ночевкой летом. Дрова есть, можно отдыхать смело. Красиво. Ладно, но мы пока будем рыбачить, хоть и у нас ничего и нету еще. Это была щучка одна мелкая, и все. Судачок молчит. Буя в коряжнике, уплыл. Сейчас попробуем еще на бровке. Ну, а там посмотрим, что и как. Вперед. Переплыл я в другое место. Тут раньше были лилии, но здесь, где я стою, глубина 5 метров. Ну и тут рыбаков очень много. И трилингисты, и рыбаки. Там сзади меня просто усеяно все лодками. Пока поклевочек нет.
бросаем пока железо. СССР. Пробуем. Может, оно нам поможет в поклевочках, поимке трофеев. Вообще как-то в этом сезоне слабенько. Ну что, перепробовал я весь ящик приманок. Рыбка молчит. На эхолоте видно очень много белой рыбы, прижатой ко дну. По логике должен стоять хищник рядом. Но он не отзывается. Что делать, я не знаю. Может, давление, может, полнолуние. Завтра будет полная луна. Вон тролингиз плавает тоже. Ничего. Ладно, ну что, перебрался я на мелководье. Ветер стих. Но стреляет. Такая рыбалка получается. То ветер, то стрельбы. А щучка молчит. Сейчас я ловлю на воблер. Как раз для мелководья он подходит. Красавец. Покидаем на него, потом просто блесну. Может, на железо что-то будет. Но тут пули свистят рикошетом, это ужас. Стрельбище получается за горою там, а рикошетом идет уж сюда в воду и падает. Ну ничего. Ловим. Ловим рыбку. Ну что, друзья, подошла к концу. Это моя рыбалка. Отдохнул. Выручил меня воблер Хеден. Как всегда, он выручает. В принципе, сегодня полное бесклевье по рыбе. Я спрашивал у тролингистов. Одни шнурки выпускают. Ну, в принципе, у меня тоже, скажем так, не акула, но поймал вот такую вот щучку и вот такого хорошего окуня. Я считаю, что это хорошо. Для однодневной рыбалки. Вот, красавцы. Окунь зачетный, щучка тоже на уху пойдет. Попробуем еще завтра. Сегодня ветер стих, пришлось с того места уплыть. Там стрельбище стреляет, пули прям вот как баклажка вот эта вот в воде свистят в метрах 10-5 и падает. Просто не по себе. Уплыл, приплыл сюда, я здесь поймал окуня. И уже минут 40 ни одной поклевки. Начинает уже темнеть. Вечер. Прохладно. Буду собираться. Завтра выйдем еще раз на воду. Посмотрим. Может, завтра день удастся. Все-таки должны где-то быть трофеи. Я не знаю, почему и что и как. С рыбой происходит. Трофеев нет. Ну, даже не говоря трофеи. Там 2-3 килограмма щука. Ее нет. Просто нету. И где наделась, я не знаю, осень. Вода 8 градусов. Может, то, что полнолуние будет сегодня ночью.
Все, ребята, всем, кто смотрел, большое спасибо. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки, пишите комментарии, пишите все, что вам угодно. Всем спасибо, а я поехал собираться.